Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш, у нас сегодня недостающий дракон. Куча плюх, как обычно, это десяточка, аккаунт, который мы качаем. Постепенно сегодня очень много должно быть трэшечка здесь. Так, вуаля. Вот такие вот плюхи мы получили, ребят. Ну реально жесть, посмотрите, сколько всего, камешки. И по сути это даже меньше одного пака. Куча камней для смотрителей, камни на прокачку 9, сундуков дофига, еще и получили самики дополнительно, плюс на прокачку героев, плюс 6 мешков огника, плюс 3 обалденнейших героя, донатный некрос, донатный вольт, донатный лазуля, ну не донатный точнее, но в нашем случае донатный, который у нас уже есть, плюс камешки, плюс чарки. Топовые, плюс камешек на прокачку 13-13, ну и куча скинов. Окей, поехали. Поехали, начнем со скинов. Докачаем скин на Командору. Скины — это самая топовая тема для героя, потому что вы можете сделать с одного героя два разных героя на разные локации. Такс. Качаем скины на здание. На манку 640 нам должно хватить на максималку. Есть. Здесь еще добавились у нас. Смотрите, как силушка растет. Два раза силу апнули скинами. На забор даже есть. Фига себе, мы силу подняли до 8000. У нас пустынная руина доступна. Так. Окей, поехали по акциям, сейчас пробежимся, я вам покажу мега имбовый. Так, вот это крутой пират, которого стоит играть. Вот посмотрите, третий сундук, вот за 1200 хлопнем. Что еще надо, ребят, посмотрите, 9000 кгшек за 1200 самов, плюс 4 сундука топовых, плюс сумки, плюс 1500 как кулаков еще. Ну, короче, что тут говорить. Топовая тема для бездонатов. Такс. Разбей яйца, поехали. Пойдем на 4 яичках. Еще дополнительно кучу расходников получили. Ну, не кучу, но все равно нормально. Так, это гифты. Так, за вход давайте зайдем, заберем. Что тут у нас сегодня за вход будет? Второй день. КГшечки, отлично. Это мы стрелка получим. Во вторник, скорее всего, Accumulation Bonanza. Забираем книжечки. Нам все надо. Короче, видите, здесь акции каждый день переносятся, переносятся, переносятся. Короче, нормас. Бигфутика получили вот так вот. Поехали в Plant for Prizes. Посмотрим, что у нас здесь интересного будет. Ну, заберем. Заберем плюшки. Так. Headbug. Короче, здесь тоже куча расходников. Какой у нас второй подарок? 10 рунок. Прикольно. Такс. Смотрите. Опчик. Бигфутик, карточка. Все просто изи, ребят. Такс. Ну что, у нас есть вольт. Давайте еще попробуем. Может, еще кого-то. Плюс один герой у нас уже недостающий есть. Три попытки у нас было, одна мы использовали. Хранитель.
Еще один жух. Так, значки почета забрали. Окей, спасибо. Вот так вот. Герои нам падают. И того смотрим, что у нас вообще делается по героям. Так, собираем вольта. Вольтик. Ну, Некрос у нас. Семьдесят два героя есть. Отлично. Такс. Тут у нас награды нет. Здесь тоже ничего нет. Окей. Поехали. Сейчас, ребятушки, покажу вам обалденнейшую тему сегодня. Вот смотрите. И внимательно смотрите, что здесь добавили. Добавили розу. Некроса можно получить целого. Да, там Анубис и Фрей, это уже такое, это уже прошлое, скажем так, Командора. Но вот розу добавили, розу можно получить за 1000. Конечно, это, наверное, нереально. Ну, конечно, реально, в принципе. У нас есть 22 попытки, мы сейчас попробуем словить. Рогатка 40, Махатма 40, Командора, 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 Рогатка. Махатма. Махатма. Одно и то же падает. Рогатка. 20 осколков. 40 осколков. Ну, Plant Warrior. Рогаточка. Опять Plant Warrior. Смотрите, мы, может, планта соберем? Махатму и эту 100%. Ну, как видите, вольтик 20. Еще рогатка. Еще Plant Warrior. Так, а ну-ка давайте забежим сюда, посмотрим, чего у нас не хватает. Рогатка, ребятушки, шанс словить рогатку у нас был. Сейчас посмотрим, сколько у нас рогатки выпало. Но, как видите, по одному герою не падает. Но шансы все-таки есть. Так, окей. Поехали в осколки, посмотрим. Есть, ребят, отлично. Вот так вот, изи просто. Просто изи, еще один герой. Собрали, по сути, с акции. Второй герой у нас на аккаунте, рогаточка. Бум. Так, окей. Что там у нас по расходникам? Карта появилась. Снеговик. Так, давайте пооткрываем эти сундучки. Ну, куча расходников падает для прокачки, просто супер. Можно будет прокачать героя на максималочке. Так, сундучки. Вот отсюда вообще супер, просто талантики можно нахватать. Смотрите, сколько расходников, сколько исцеления падает, обалдеть. В каждом этом, с каждых 10 исцеления. Ну чё, огника давайте. 85 всего. Так, отсюда скины у нас будут. И свален. Ничего себе, 55 осколков. Обалдеть. Это то, что мы получили за бездонатное. Так, ну и 10 коробочек. Ну, в принципе, я вам скажу, неплохо. Для архидемона, для героя на первое время тоже неплохо. Для Махатмы. Ну, в общем, будем делать эволюции, будем расставлять. Так, ну и 10 карт. Let's go. Вот так вот. Риббит вообще не падает. Так, окей. Смотрим, что у нас осталось. Так, Сантабум, Арктика, Дракон. С таких разруху это понятно. Это самый концепт будет. Триант, Влад Дракула, Гаргула можно собрать. В принципе. Забираем плюшки. Давайте забежим сюда, посмотрим сейчас. Так, ну эти все герои у нас есть. Тут у нас же ничего не добавилось. По скинам. Вот так вот получаем сразу же. Так, что у нас по скинам? По скинам нам качать больше нечего. Хорошо.
Побежали дальше. Смотрим по героям, что у нас творится. Напоминаю, что герои здесь первого левела, из-за этого силы у нас нет. У нас алтарь топовый. Такс. Где вы там? Вот рогатка. Делаем вот так, оп. 10-10. 278 коробок уже, обалдеть. Так, Бастик, нормально. Бугич. Вольтик. Ну, Вольтику либо подашку надо, либо ремочку. Это самое... Просто изи, ребят. Просто супер. Короче, все как обычно подкручено. Так, кто там у нас еще недокачанный? Ну, вроде как бы всех остальных мы перекачали уже. Просветики, короче, все прокачанные. 30 тысяч золота, 30 тысяч маны, как видите. С этим все печально, надо постройки строить. Давайте наймем сразу же строителей. Будем запускать стройки, постройки, потому что без этого никак. Так, ратуши улучшили, дают нам под плазу построить. Под плаза — это хорошо, а нас интересует больше таблетки. Нет, нас интересуют больше ресурсы. Надо, видите, ратушу улучшать. Сейчас нам инструкция по пэтам пойдет. Как получить питомцев, яйца, все дела. Спасибо, ребятушки, я вас... Вот так вот, а вот теперь пошла жара, прокачка силушки. По питомцам. Заходишь такое, знаете, сюда, смотришь, и 3000 у тебя питомцев есть. Ты такой понимаешь, да. Именно обучение, именно то, что тебе надо. 3000, 3600, 740. Но обычных там не особо много. Их пока у нас нет. Окей. Отлично, поехали дальше. Сейчас мы еще дополнительно качнем силушку. Видите, силушка пошла, пошла силушка у нас. Ну, мы открыли питомцев обычных. Соответственно, пошел рост силы за счет того, что за каждого питомца первого, ну, то есть открывается, даются бонусы. До питомцев мы еще дойдем. В общем, такой вот трешечок, плюс два новых героя, плюс кучу плюх пооткрывали, получили на прокачку. Все, ждите следующих видосиков, ждите новых имп, и уже дальше будем качать. Всем удачи, всем пока.